This is Sandra, and welcome to my sect. Well, sect, the word sect actually means the group of people which are united with one idea. And in this case, we are united with the same idea to learn English. And the letters S-E-C-T, which form the word sect, in this particular case, mean Sandra's English Club Time. Привет, друзья! Это Сандра. Добро пожаловать в мой клуб «Сект». Слово «сект», да, с английского переводится как «секта». Ну и на самом деле мы в неком роде секта, потому что мы объединены одной идеей изучать английский язык. И вот сами буквы «сект», да, S-E-C-T, расшифровываются как, именно в этом случае, расшифровываются как «Sandra's English Club Time» – время английского клуба Сандры. Те, кто были со мной с самого начала, вы уже много чего выучили, много чего знаете. И знаете, что, конечно же, сегодня по-любому мы что-то новое будем учить. Поэтому запасайтесь, пожалуйста, с тетрадкой, ручкой, карандашом, маркерами, все, что вам нужно для конспектов, да, и мы будем продолжать дальше учиться. Перед тем, как мы начнем урок, пожалуйста, обратите внимание, да, что по ссылке внизу, в описании к этому видео, вы найдете ссылку на ответы к домашнему заданию, к предыдущему уроку. Конечно же, вы получили домашнее задание, да, для самопроверки, и теперь проверьте, насколько правильно вы его выполнили. Итак, прежде чем начать урок, ответьте мне на такой вопрос. How are you doing? How are you doing? Как вы думаете, что я спросила? Ну, некоторые, конечно, знают, что это значит, да, а некоторые думают, что я спрашиваю, что вы делаете. Правда? Нет, на самом деле это не что вы делаете. Там же есть вопрос how, да? How значит как. Мы учили сами специальные вопросы и учили, что how переводится как. Так вот, в данном случае how are you doing переводится как, ну, как бы, как поживаешь. Как дела, да? Вот это один из способов спросить, как дела. Кстати, это очень немаловажная тема, да? Ведь вы, когда знакомитесь с человеком, это первое, что вы делаете. Вы завязываете короткую беседу. И, насколько известно, американцы, ну и англичане, да, то есть просто так, то есть в приветствии они всегда спрашивают, как дела? То есть даже не важно им услышать, как ваши дела на самом деле, да? То есть особенно не нужно заморачиваться и отвечать, что что-то не так, что что-то плохо, потому что это никому не интересно. Это просто вот такой вот менталитет. Сказать привет и сразу, как дела? Так вот, как на самом деле, это не только как дела, вот вы знаете, может быть, форму how are you, да, how are you или how do you do, как мы учили в школе, how do you do. На самом деле американцы эту фразу не особо используют how do you do, а вместо этого они говорят how are you, как дела, да, how are you doing, что я вначале спросила, можно спросить how is it going, тоже в своем роде как дела спрашивают, what's up, тоже очень такое, знаете, распространенное, они очень часто спрашивают, особенно друзей, what's up, what's new, что новенького, да, можно спросить, могут спросить, еще спрашивают, what are you up to, what are you up to, вот такая вот еще фраза. Еще можно такое услышать, how is life treating you, так вот, когда вам такие вопросы задают, ну, как бы, как же ответить? То есть там, где звучит you слово, how are you, или how are you doing, what are you up to, what are you up to, вы можете ответить I'm okay, да, у меня все хорошо, или I'm fine, I'm great, это отлично. Там, где вот слово it фигурирует, там, да, что я спрашивала, how is it going, или что я еще из it спрашивала, how is life treating you, вот там, где вот нет слова you, вы можете спросить, it's all right, все хорошо, или it's okay, it's fine, it's great, все отлично, да. В ответ вы можете спросить, how about you, а как по поводу тебя, да, как насчет тебя. Если вы услышали тоже хороший ответ, а скорее всего это так и будет, то есть вы тоже услышите I'm okay, I'm alright и так дальше, вы можете ответить I'm glad to hear it. Я рад это слышать. I am glad. Я есть доволен, да? To hear it. Слышать это. Если прям вообще офигенные новости, можно сказать I'm happy for you. I'm happy for you. Я за тебя счастлив. Ну, если, конечно же, вы услышите какой-то такой себе ответ, что не все хорошо, да, но тогда можете спросить, как бы поинтересоваться в ответ, если вам интересно, what's wrong, what is wrong, да, what's сокращенно, what's wrong, это что не так, или what happened, да, что случилось. Ну так, дайте мне, пожалуйста, ответ, how are you doing,
How are you? What is the weather like today? What are you wearing now? Это уже все то, что мы учили, то, что вы должны знать, как отвечать на эти вопросы. Если вы до сих пор не знаете, не можете ответить, то, пожалуйста, возвращайтесь к урокам, пересматривайте, пока это не дойдет до автоматизма, пока вы не будете хорошо владеть этой информацией. У меня еще один к вам вопрос. How is your friend? How is your friend? Тут я спрашиваю, а как дела у вашего друга? Да? Еще я хочу спросить у вас. Are you going to meet your friend soon? Are you going to meet your friend soon? Что я спрашиваю? Собираетесь ли вы встретить своего друга вскоре? Да, мы с вами в прошлом уроке учили структуру to be going to do something, что значит собираться что-то делать. Опять-таки, если что-то не уяснили, возвращаемся на один урок назад, перепроверяем себя, повторяем информацию. Так, я спрашиваю, are you going to meet your friend soon? Собираетесь ли вы, you, встретить своего друга? И слово «своего» звучит именно your friend. Your – это как твой, да? Но в нашем языке мы же не говорим «ты встретишь твоего друга». Мы говорим «ты встретишь своего друга», или «она встретит своего друга», или «он встретит своего друга». То есть у нас как бы мы не говорим «твоего», «своего», «их», «наш». Мы всегда говорим «своего», несмотря на то, какое у нас имя существительное. То есть «я встречу своего друга», «он встретит своего друга», «она встретит своего друга». В английском языке вот это вот слово «своего», оно будет иметь разные формы. То есть в зависимости от того, какое это имя, местоимение, то есть или имя существительное, от этого будет зависеть, вот как будет слово «своего» звучать. Для этого нужно хорошо уяснить тему о местоимениях, чем мы сегодня с вами и займемся. Итак, местоимение «pronouns». По-английски это «pronouns». Итак, есть три основных формы местоимения. Ну, как бы их там больше, но на самом деле это основные формы местоимения. Итак, первая форма. Сейчас перед вами таблица, на которой вы можете увидеть. Первая форма, слева колоночка, написано subject pronouns. Subject pronouns – это значит личное местоимение, отвечающее на вопрос «кто?». То есть они всегда стоят в начале предложения. Это исполнитель действия. То есть I – первое – это я, he – это он, she – она, it – это оно, это если у нас что-то невоодушевленное или, ну, в общем, все, что не люди, это у них it, да, he и she, он, она, говорится только о людях. It – это все остальное, и собаки, и коты, и книжки, и все такое, это все it. То есть, как бы по-нашему слово it тоже может переводиться как он или она, потому что, допустим, у нас даже книга – это же она, да, лампа – она, ну, вот, допустим, xerox – это он, да, или там, не знаю, что у нас еще он, нож, нож – это тоже он, как бы, да, то есть мы говорим на нож – он, но в английском языке не так, только he и she – он, она – это только к людям применимо. Ну, или к вашим животным, к вашим питомцам домашним, которые вы точно знаете, что это мальчик, а это девочка. Они ваши прям члены семьи, и вы их называете он-она. То есть у них же есть имена, там, мужское или женское имя. Поэтому вы тоже на них можете говорить he или she. Но питомцы, которые вы видите там на улице где-то бегают, и вы не знаете их половую принадлежность, да, то есть вы же не видите издалека собака, он или она. Поэтому это все it. Оно. В общем, запомните, пожалуйста, he и she – это он, она, только о людях, о мужчине и женщине. It – это все остальное. Дальше, we. We – это мы. You – это ты и вы. You – у них нет слова ты, как бы у них на всех говорят вы. И на ребенка, и на взрослого человека говорят you – это вы. А вы можно обратиться и к одному человеку, и вы можно ко многим людям обратиться. Поэтому you – это вы. They – это они. Итак. Вторая колонка называется object pronouns. Object pronouns – объектные местоимения. Это та форма местоимений, которая отвечает на вопрос «кому, кого, кем?». Ну, например, да, вот «я», чтобы сказать «мне», «меня», «мной». Это все будет одна форма, легко, «me». Все вот эта вот одна форма «me» захватывает все наши, вот, все наши остальные формы этого слова. Me, мне, меня, мной. He, he – это он, да, чтобы сказать ему, его, им, это будет him, him. Теперь, чтобы сказать ее или ей, ею, это будет her. На все эти вопросы отвечает слово her. Что, вот смотрите, дальше it. Я же вам говорила, что it – это либо животное, либо книга, да, и так далее. То есть, чтобы сказать, если мы, например, говорим о коте, и мы хотим сказать он, то мы скажем it.
на него, или это собака, мы хотим сказать она, мы тоже на нее скажем it, да, то есть, и чтобы сказать дайте ей там что-то, или принесите ей что-то, то мы тоже скажем it, give it, дайте ей, то есть собаке, да, give it. It, это тоже будет ей, или ему, или им, им, ею, да, то есть это все вот эта вот форма просто для нелюдей, скажем так. Дальше. We, это у нас было мы, чтобы сказать нас, нам, нами, это все форма us. Us, нас, нами, нам. Итак, you, это у нас было вы, чтобы сказать вас, вами, это у нас you. You тоже, видите, не меняется, легко. Чтобы сказать им или ими, да, там, ними, да, у нас им, ими, это them. Дальше, следующая колонка, третья, possessive adjectives. Possessive adjectives, это значит притяжательные прилагательные. То есть, смотрите, это все, что отвечает на вопрос чей, чья, чье. Чей, то есть это только принадлежность. Вот эта вот колоночка с этими местоимениями только принадлежность обозначает. Ну, например, да, чтобы сказать моё, моя, мои, это все мои. Чтобы сказать его, что-то ему принадлежит, это его сумка, это его книга, это будет his, его. То есть не путайте, пожалуйста, у нас him тоже иногда переводится как его, да, him, форма him. Но в том случае слово отвечает на вопрос кого. Допустим, пригласите его, да, это не чья, а кого отвечает. Пригласите его, invite him. А чтобы сказать его книга, в данном случае это слово отвечает на вопрос чья. Вот когда отвечает слово его на вопрос чья, тогда это форма his. Поэтому не путайте, пожалуйста, вот это его, him, his. His только на ответ чья отвечает. Him на все остальные вопросы. Теперь her. Тут вообще легко. Her не меняется. Там her. И во второй, третьей колонке her. То есть, чтобы сказать ее книга, her book. Дальше. Чтобы сказать ее или его, там, не знаю, тоже какой-то предмет, который принадлежит не человеку. Например, собаке. Да, то есть это ее тарелка, допустим. Ее. Мы скажем it's. It's plate. Ее тарелка. Дальше, чтобы сказать наше, что-то наше, наша, это our, our. Чтобы сказать ваше что-то, your, your. Легко, да, там просто Q добавляем R. Твое, ваше, your. Чтобы сказать их, что-то их, это their. Ну, их дом, например, their house. Ну и вот я вам еще четвертую колоночку добавила, потому что как бы надо знать. Оно реже используется, но все равно это нужно знать. Это называется possessive pronouns, притяжательные местоимения. То есть, видите, до этого это было possessive adjectives, притяжательные прилагательные. Как бы, как мы знаем, в английском языке прилагательные ставятся перед дополнением. То есть мы описываем какой-то предмет. То вот та группа, которую мы только что разобрали, my, his, her, it's, our, your, their, они ставятся обязательно перед объектом. То есть, например, что, то есть мы хотим сказать, что мое или твое или его. То есть my book, his book, her book, its book, our book, your book, their book. То есть обязательно слово какое-то идет еще после этого прилагательного. А possessive pronouns – это абсолютная форма. Они тоже отвечают на вопрос «чей», но, как видите, я написала там, они без дополнения. То есть после них не следует никакое дополнение. То есть просто, когда мы хотим сказать «это мое». Например, я спрашиваю, whose book is it? Чья книга это? И вы хотите сказать, она моя, ну просто моя. То вы тогда скажете, it is mine. Вот такая вот форма. Это когда не следует дополнение, пожалуйста, запомните. Видите, я там даже написала вам без дополнения. Чья, это чье, мое, mine. Чтобы сказать, это его, his, не меняется ничего. Обратите внимание, там вообще в этой колонке все просто. Там только слово mine отдельно, ну, как бы вообще отличается от слова my, да? Вот смотрите, my и mine совсем другая форма. А все остальные слова похожи на предыдущую колонку. Там единственное, что s добавилось там, где ее не было. Там, где s была, уже в слове his, например, есть уже s, то тут она и остается. А вот в слове her не было s, она добавляется. То есть, чтобы сказать, это ее, мы скажем it's hers. It's, как бы тоже, да, уже там есть S, поэтому мы ее оставляем. Чтобы сказать наше, это наше, мы говорим it's ours, чтобы сказать это ваше, it's yours, и чтобы сказать это их, it's theirs. Ну, в общем, как бы легко, да, вот последняя колоночка, это только когда мы хотим вот сказать мое, твое, ваше, без указания, что мое или твое. А предыдущая колонка обязательно нужна. То есть, если я просто хочу сказать «это мое», «it's my» — это неправильно. То есть, если сказали уже «my», вы должны
как бы закончить. То есть сказали А, скажите и Б, да? Вот когда вы говорите it's my, обязательно должно дальше следовать, что ваше. It's my book. Если просто это мое, it's mine. Ну, как бы и все, все просто. Давайте теперь я вам дам примеры, чтобы вы как бы усвоили эту информацию больше, лучше. Итак, примеры использования личных местоимений и притяжательных прилагательных, да, то есть это subject pronouns и possessive adjectives. В одном предложении я вам буду их комбинировать. Итак, например, I am going to clean my room. Я собираюсь, да, структура, сегодня будем работать в том времени, которое мы выучили, ну, не времени, как бы, а с той структурой, которую мы выучили в прошлый раз. Структура to be going to. Еще закрепим ту структуру, которую мы в прошлом уроке выучили. Итак, to be going to, да, собираться что-то делать. Я говорю, I'm going to clean my room. То есть, если это я, то я собираюсь убрать свою комнату, мою комнату. Если это she, например. She is going to cook her dinner. She is going to cook her dinner. Она собирается приготовить свой ужин. Да, сварить себе ужин собирается. То есть она, she, собирается приготовить ее ужин, her dinner. He is going to do his homework. He is going to do his homework. Он, he, да, собирается сделать его домашнее задание. His homework. Чью домашнюю работу? His. Дальше. Вот, допустим, мы говорим о коте. It is going to play with its ball. It is going to play with its ball. Он собирается играть со своим мячом. Да, ну то есть я говорю здесь, у нас кот это как бы он. По-английски мы не можем сказать он про кота. Ну только если это не ваш родной кровный кот. Да, тогда мы говорим просто it на кота. И вот он, это it, собирается поиграть со своим мячом, будет its ball, потому что местоимение it требует притяжательную форму its. It is going to play with its ball. Дальше. Мы. We are going to discuss new topic. Например, да? We are going to discuss a new topic. Мы собираемся. Discuss – это обсудить. A new topic – новую тему. Topic – это тема. We are going to discuss я же забыла использовать притяжательные, прилагательные, да? Мы, значит, нашу тему. We are going to discuss our new topic. We are going to discuss our new topic. Мы собираемся обсуждать нашу тему. Our. Что там у нас еще? They. They are going to celebrate their anniversary. They, они. Celebrate – это у нас праздновать, отмечать. И anniversary – это у нас годовщина. Вот я говорю, they are going to celebrate their anniversary. Они собираются отпраздновать свою годовщину. Ну, их как бы, они собираются отпраздновать их годовщину, да? И у нас что еще? You, вы. You're going to work on your English pronunciation. You are going to work on your English pronunciation. Вы собираетесь поработать над своим английским произношением. Work on переводится как поработать над чем-то. Pronunciation – это произношение. Вот you are going to work on your English pronunciation. Вы собираетесь поработать над английским, над своим. You are going to work on your English pronunciation. Вы собираетесь поработать над своим английским произношением, да, над своим произношением. То есть you, значит, требует форму your, притяжательную, ваш. Ну, давайте еще разберем какие-то примеры объектного местоимения. Object pronoun. Ну, к примеру, я хочу сказать «помогите мне» в данном случае, да? Me. Мне или меня – это me. Please help me. Please help me. Помогите мне. Give her toys. Give her toys. Дайте ей игрушки. Toy – это игрушка, a toy. Give her toys. Дайте ей игрушки. Кому? Ей. Leave him alone. Leave him alone. Leave – это оставлять, покидать кого-то. Alone – это наедине, один, одного. Значит, я говорю leave him alone. Оставьте его одного. В данном случае слово «его» отвечает не вопрос «чей», а на вопрос «кого». Поэтому я говорю leave him alone. Оставьте его одного.
Take it. Take it. Ну, например, я книжку вам предлагаю и хочу сказать, возьмите ее. Книга – это она в русском языке, да? Вот я хочу сказать, возьмите ее. Но книга – это не человек, поэтому мы не можем сказать her. Пожалуйста, запомните, he, she только о людях, да? А особенно, ну, как бы еще можно немножко применять к своим животным, да, к своим родным. Но о предметах точно мы не можем сказать he, she. Единственное, как бы, исключение есть такое – это корабль. На корабль, корабль это ship, ship, на корабль говорят she, она. Ну, как бы вот кораблю даже дают, да, вот женские имена там. Надежда, Виктория, Победа. Обычно королям, кораблям дают женские названия. Вот поэтому как бы на корабле еще говорят she. Корабль это she. Все, это единственное исключение, как бы, которое нужно запомнить. Все остальное это it, все, что не люди, да. Ну вот, я вам хочу сказать, возьмите ее. Значит, я скажу take it. Ее кого-чего – это it. It – это оно, его, оно не меняет форму. Take it – возьмите ее. Дайте нам хороший совет, вот я хочу сказать. Give us a good advice. Give us – дайте нам, да, мы, значит, нам, дайте нам совет. Give us a good advice. Дайте нам хороший совет. Advice – совет. Send them a present. Send them a present. Send вы уже слово знаете, мы учили. Them это им. А present, легко догадаться, present, презент, да, звучит как презент. Это подарок. Present, подарок. Значит, send them a present. Пошлите им подарок, отправьте им подарок, может переводиться. Ну, еще, допустим, чтобы сказать вам, что-то можно вам. I'm going to help you. I'm going to help you. Я собираюсь помочь вам. Кому? Вам. Форма you, видите, не меняет форму. I'm going to help you. Я думаю, это достаточно легкая тема, и вы с легкостью ее усвоите. Сейчас давайте еще попробуем, вот, чтобы как бы вы усвоили еще вот эту вот форму абсолютную, да, так, которая называется possessive pronouns, притяжательные местоимения, да, вот, которые не требуют дополнения. То есть как вы скажете, допустим, это мое? It is mine. Да, чтобы сказать это его? It is his. Это его. Чтобы сказать it, это ее, it is hers, ну и так дальше. В общем, все просто. Давайте теперь самопроверкой займемся. Ну вот, пожалуйста, как вы переведете мне на английский язык? Переведите, пожалуйста. Дайте ему его книгу. Дайте ему его книгу. Давать мы учили сами это give, да? А ну-ка. Должно звучать как give him his book. Give him his book. И в данном случае, обратите внимание, здесь нет артиклей. Я вам говорила, что артикли всегда перед имя существительным должны быть артикли. Это когда мы говорим про неопределенный какой-то предмет. Дай мне просто книгу, да, или дай ему книгу, любую. Тогда я скажу give him a book. Но тут я говорю дай ему его книгу. То есть когда уже появляется притяжательное местоимение, мы говорим о конкретной какой-то книге, здесь артикль не требуется. Give him his book. Не give him his a book, пожалуйста. Артикли, когда есть притяжательное местоимение, притяжательное, чья книга, артикли тут не нужны. Хорошо, следующее, переведите мне. Покажите нам наш дом, пожалуйста. Покажите нам наш дом, пожалуйста. Если забыли, мы учили это слово показать, это show. Легкое слово тоже, да? Show, показать. Покажите нам наш дом, пожалуйста. Итак. Нужно сказать show us нам, show us our house. Show us our house, please. Да, в конце мы должны добавить show us our house, please. Хорошо. А как вы скажете, помогите ей сделать ее домашнее задание? Помогите ей сделать ее домашнее задание. Должно звучать так. Help her do her homework. Help her, помогите ей, do her homework. Сделать ее домашнее задание. Help her do her homework. Переведите, как вы скажете, скажите мне мой адрес. Скажите мне мой адрес. Тоже два местоимения. Мне, мой. Все слова, ну, адрес как бы легко. Address. Address. Ну, скажите мне мой адрес. Tell me my address. Tell me my address.
Легко, правда? Сейчас вот переведите предложение, но прежде два слова вам на изучение. Hungry – это голодный, hungry – голодный, и food – это еда, food – еда. Вот переведите мне сейчас такое предложение. Собака голодная, дайте ей ее еду. Собака голодная, дайте ей ее еду. Вспоминайте, пожалуйста, собака, это у нас как бы не человек, не женщина, да? Поэтому что там, какое местоимение нужно использовать? Собака голодная, дайте ей ее еду. Итак, первое. The dog is hungry. The dog is hungry. Собака есть голодная, да? Вспоминаем, нужен глагол to be, если у нас нет глагола. Нужно сказать, собака есть голодная. The dog is hungry. А теперь дайте ей ее еду. Give it. Дайте ей. Собака это it, да? Give it. It's food. Ее еду. It's будет ее. Это it's. Ой, кстати, я тоже голодная. Меня аж в желудке забурчало, когда пройду заговорила. Итак. Give it. It's food. Все легко. А дальше. Как вы скажете? Прочтите им их книгу. Прочтите им их книгу. Слова вы знаете. Итак, нужно сказать так. Read them their book. Read them their book. Read. Прочитайте кому? Им. Them. А потом чью книгу? Их книгу. Their book. Read them their book. И как вы скажете, я собираюсь встретить тебя у твоей двери. Я собираюсь встретить тебя у твоей двери. Помните, мы учили предлог у, возле чего-то? Это at, at. Вот я собираюсь встретить тебя у твоей двери. Все легко. Это будет звучать так. Структура to be going to, которую мы учили. I'm going to meet you at your door. Мы уже все слова учили, и meet, и door, все раньше учили, да? I'm going to meet you at your door. Я собираюсь встретить тебя у твоей двери. Ну вот и все, друзья, вы молодцы, вы очень хорошо поработали, я вами горжусь, я надеюсь, вы все записали, законспектировали. Но если даже нет, если даже не успели ничего законспектировать, не переживайте. В описании под этим видео будет еще одна ссылка. Кто уже учится со мной давно, знаете, да? Вы, конечно же, получите задание для самопроверки. И там будут все слова, которые я вам сегодня давала на этом уроке. Кстати, за прошлый урок я туда слова тоже включу. Ну, потому что я человек, я не робот. Я в прошлом домашнем задании забыла включить слова прошлого урока в домашнее задание. В этом домашнем задании я это компенсирую. Так что вы в этом домашнем задании получите словарный запас за предыдущий урок и за этот урок. Пожалуйста, учите, обязательно накапливайте словарный запас. Это мега нужно. Потому что новый язык, вы как бы, ну, как бы вы не учили правила, если вы не будете учить слова, то вы не заговорите. Нужно учить сразу слова и применять их в правилах. В грамматических структурах сразу нужно учиться говорить. Кстати, вы уже знаете present continuous, да, это длительное время, то, что происходит сейчас. И вы уже знаете структуру to be going to do something, да, to be going to do something, собираться что-то делать. Вот, пожалуйста, когда вы что-то делаете, обязательно проговаривайте себе в голове, вот что я делаю. Ну, вот, например, я сейчас I'm recording this video, да, я сейчас записываю это видео, I'm sitting on this sofa, I'm talking to you, я с вами разговариваю, ну и так дальше. Вы пойдете в кухню, там, допустим, вы сядете там завтракать или обедать, вот прям кушаете и говорите I'm having my breakfast или I'm having my lunch. Что бы вы ни делали, пожалуйста, проговаривайте себе в голове, что вы делаете. Используйте длительное время. Или вы смотрите на своего мужа. А что же он делает сейчас? Ага, он сейчас спит. Зараза такая, спит. Я тут работаю, а он спит. То есть, ага, что он делает? Он спит. He is sleeping. Если вы не знаете глагол, то хотите сказать «я», «он спит». Но вы знаете, как построить длительное время. Значит, быстренько открывайте. Сейчас доступ есть, интернет открывайте. Google Translate, пожалуйста. Спать. Sleep. Все. Подставляйте в структуру просто слово he is sleeping. Вы знаете, что нужно перед глаголом поставить to be, потом инговое окончание. То есть просто берете новое слово и подставляете в ту структуру, которую вы знаете, которую вы уже выучили ранее. Ребята, на следующем уроке мы уже с вами будем учить новое грамматическое время, а именно present simple tense. У многих возникают трудности с этим временем, но на самом деле оно очень простое. Оно так и называется present simple tense. Настоящее простое время. На следующем уроке я вам все объясню. Я надеюсь, что вы уясните, и у вас не будет больше возникать проблем и вопросов с этим временем.
Поэтому я вас жду, конечно же, на своем новом видеоуроке. А сегодня, ребята, на сегодня все. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, если для вас было что-то познавательное, и вы что-то новое узнали для себя. Ну, или вам просто понравился мой видеоурок, как я его изложила. Пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписались. Ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых видеоуроков. Делитесь этой информацией обязательно со своими друзьями, чтобы все примыкали к нашей секте и учили английский язык вместе с нами методично, регулярно, постепенно. Потому что, как бы вы ни хотели выучить английский язык быстро, быстро, знаете, как бы спешить только людей смешить. Поэтому я стараюсь максимум дать вам информации, максимум постепенно, чтобы вы немножко над собой поработали, но потом говорили правильно, непринужденно, чтобы у вас было время все-таки, чтобы это все уложилось у вас в голове, а не, знаете, выучили и потом, ай-ай-ай, как же его использовать. В общем, пожалуйста, трудитесь, обязательно выполняйте работу, домашнее задание, которое я вам даю, ну, потому что это нужно. Если вы хотите запомнить, то нужно, конечно же, немножко тоже работать. Просто просмотра видео недостаточно. Пожалуйста, ребята, если у вас есть какие-то комментарии, пожелания, возможно, подсказки мне, потому что, ну, как бы, у меня сегодня всего лишь 13-й урок, это как бы не так давно, я только полтора месяца назад начала выпускать свои видеоуроки, и, возможно, я делаю какие-то ошибки, которые вы явно видите, я буду признательна вам, я только скажу спасибо, если вы меня где-то подкорректируете и напишите мне какие-то свои пожелания, какие-то комментарии. Мой email-адрес это sect для тебя, sect4you@gmail.com. Кстати, если вам нужны индивидуальные уроки, там, в какую-то тему, может быть, больше усвоить, или какие-то разъяснения вам нужны, или просто пообщаться по-английски, тоже можете мне писать, мы с вами договоримся обязательно. Для жителей Николаева, вы уже как бы знаете, да, некоторые, многие уже ходят на мои разговорные клубы, каждое воскресенье в Рок-Хате, да, это бар, Рок-бар, Рок-Хата называется, по улице Декабриста 38/1, каждое воскресенье мы собираемся два раза, в 10 часов утра новички, базовый уровень, да, мы практикуем английский язык, и в 12 часов это продвинутый уровень, те, кто уже хорошо разговаривает на английском языке. Пожалуйста, тоже пишите мне на email адрес, потому что обязательно нужно записываться. Все, друзья, вы умнички, вы молодцы. Я вас жду на своем следующем уроке. See you soon. Bye-bye. And I'm waiting for you at my next lesson. Муа!